динозавр и змей. Однажды змей решил помериться силой с динозавром. Он послал ему письмо с вызовом. Получил динозавр письмо, принял вызов и позвонил своим слугам по телефону и приказал принести ему меч. Встретили змей с динозавром на мосту и стали сражаться мечами. На мосту играли маленькие динозаврики и змейки. Они мешали им сражаться. Рассердились динозавры и змей на детей, разбросали их и решили договориться встретиться на стадионе, чтобы им никто не мешал. Вот они пришли на стадион и начали играть в футбол. Выиграл динозавр кубок и подарил его змею. Змей стал его другом, потому что спор сдружил их. Да здравствует спортивные соревнования и дружба!